Вот, дорогие друзья, смотрите дальше. Еще пахнет с пивом. Вот дороги. Вот стружка, смотрите, под ногами. Вот. Какой интересный вопрос. Кому это понадобилось? Зимой именно. Что снегом прикроет, сразу не видно будет. А весной уже потом и никто не хватится. Будет поздно. Как вариант. Очень много спила под снегом. Это вот свежее, видимо. Еще не успели вы успела снегом прикрыть. Вот дорога. Вот они все спилы. Смотрите. А? А, да, 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 вот еще. Вот, спилили. Видимо, не успели вывести. Хорошая древесина лежит. Дерево обработанное. Ну, видимо, снегом припорошило, и они не увидели. Ну, в общем, вот, дорогие друзья, делаем выводы и подключаемся к разбору. В чем проблема? Что происходит в лесу? Не хватает древесины у нас в Барнауле? Или кому-то сильно понадобилось это?